Ты шмотки надел чистые, нет? Вон они все валяются. А почему валяются? Бездомному документы хотим восстановить. Куда нам обратиться? Паспорт надо. Пятницу. Это вот здесь? Пятницу. С 9 деду говорю, что, два приедут. Дождешься меня в два? Не напьешься? Нет, блядь, извините. В общем, давай, всем пока, говоришь. До пятницы. Всем пока, до пятницы. Припись. Ребятушки, всем привет. Ну что, сегодня пятница, едем к дедушке. Ребят, как бы я не говорил про дедушку плохого, смотрите, вот он дал слово, держит. Посмотрим, сейчас ждет меня, не ждет. Время получается у нас без 10:09. Может, я еще пораньше подъеду, ничего страшного, подожду его. Так что, ребятушки, вот такой дедушка. Я бы, конечно, рад бы ошибиться, что, ребят, что можно из бомжа сделать человека. Ребят, я постараюсь, мы поможем, да, ребят, все вместе, да. Посмотрим, вдруг дедушка. Сейчас ему паспорт восстановим, потом, глядишь, это, как его, пенсию оформим. А там, глядишь, ему сколько комнатёшку может отдуматься, старый пердун. Так что, ребят, сейчас еду в рай. Как дедушка говорит, в рай еду. Дедушки, подъезжаем к раю. Вот, дедушка уже шуркается по помойкам, паскудник. Сказал же ему, не морай руки, блядь. А он по помойкам лазит, блядь. Вот видите, дедушка, блядь, ждет меня, блядь, побритый должен быть, как вы помните из серии. А какой молодец, блядь, это дедушка, передедушка. Здорово, дедушка. Здорово. Молодец, сейчас машину ставлю, пойдем с тобой. Вот видите, дедушка подошел, а кто его надал? Старый пердун, паскудник, не придет. Дед сказал, дед пришел, молодец, сказал. Скажи, дед, это мне надо ведь, не вам, правильно? Да. Ну пошли, дедушка. Это мне надо, а не вам, ребята. Так что, если есть такая возможность помочь, да, скажи, помогают, да. Чего отказываться от помощи? Как дела-то, дед? Да ничего. Побрился, молодой, блядь. Я тогда и побрился. Да? Че, кого не видел, нет там, рыжего, хуижего, там, бесстыжего? Рыжего не видел нихуя. Этого видел. Кого? Как? Бузу. Кого? Бузу. Бузу? Ну. Бузу, блядь, Бузу. Ну че? Как там, бомбалюки, дела? Нормально. Все отлично. Ну и все. Да заебал нахуй, наркоманы ебали. Наркоманы опять ходят те, что ли? А. Вот они, наверное, и срутся, наверное, у тебя, да? Конечно. Вот, сука. Вот наркоманы, не наркоманы, а засранцы галимые, да? Да. Ладно, дедушка, пошли сейчас. Сходим, что нам там скажут, да? Что скажут? Что скажут? Плати. Ну, вот что, заплатим, деньги-то есть, ну, а что ты переживаешь? Нет. Мы же, блядь, не с пустыми руками идем, блядь. Так что не вешай нос, дед. А, все нормально. А что у тебя, синяк что под глазом? Где? Под глазом. Сильно, что ли? Ну такое, что тебе, въебал кто-то? Да? Полный, наверное. Ха, сука, дед, блядь. Где? На фотке появится, блядь, синяк нахуй. А, дедок, блядь. Да хуй. Да хуй с ним, что тебе, блядь. Лишь бы паспорт был, да? Да. Буду тебе постоянно подбивать под глаз, чтобы тебя узнавали, нахуй. По паспорту, нахуй. А что, ребят, если фотографируют с синяком, надо ему будет бить под глаз нахуй, чтобы его постоянно узнавали, блядь. Дедок, блядь, побрился, но с синяком. Ну, ничего страшного. Ребятушки, в справке написано вот Реутова. Я у деду спрашиваю, как у тебя? Там бы она числилась бы, шо умершая. Дед говорит, так это его первая жена, да? Да. Вот он от нее, ребят, с Ленина ушел ко второй, которая умерла. А это его сейчас домой не пускает. А квартира, как получается, его. Ну тоже там его. О, бля, как ребята, у деда все за это закручено. Закручено. Не дед, а какой-то этот, блядь. Кто он там, ребят? Скажите, напишите в комментарии, как зовут его, блядь. Нихера себе. Так что вот так вот, ребят. Не это умерла. Я думаю, как дед у тебя написано бывший муж. Она жива, числилась бы умершая. Нет, говорит, это первая. А он вторая у него умерла. Блядь, дед, нахуй. Понабрал квартиру-то, блядь. Ага. А ну райская, ты не. Никто там, да, просто? Да, я никто там. А, ну вот и все понятно. А так-то у меня. А эту квартиру на Ленина стоп покупали? Вы покупали или как? Ей дали. А, ей дали? Да. А ты в браке был, да, тогда? Да. И приватизировали на вас двоих, получается? Да. Она ходила, приватизировала. Ну, какая разница, ты же тоже там вписан. Да. И до сих пор. Но. Лишь бы, видишь, ты можешь просто там, как мне сказали, объяснили, ты там можешь быть просто это, вписан, да. Но уже это, как бы, получается,
не хозяин квартиры, понимаешь? Ну там потом можно будет пробить просто через это. Почему? Ну, через БТИ. А? Ну потом паспорт сделан тебе, пойдешь. Она прописана. Приватизирована. А если я был бы не прописан. А что ты тут молчал, я не понял. Кого? Че молчал? Спрашивал у меня. Да я-то думал, ты реально без. Вон, где-то с ним учись. Я думал, ты, ребят, о, это. Ты не, нет у тебя ни жилья, ничего, у тебя жилье даже есть, блядь. И ты бомжуешь, блядь. А что раньше ты мне сказал, мы бы давно бы уже этим занялись. Ага. Ага. Я уже занимался. Да? Три раза судился. И что? И что? Ты что, вот, сообразишь, что там люди не едут? Вот сам говори. Нет, что там просто не видно было. И что? Все. Она нет. Продала, дура. А эту квартиру? Да. А я вот судился. Ну и она сейчас, получается, там не живет, там сейчас просто? Живет она там. А как продала она, не понял? А что, я судился, и присудили меня. И что, почему ты не заезжаешь тогда? С ментами приходил. Хуй. Не открывает и все. Нихера себе, дед. Ну, ребята, так что, ребята, нихера какая будет у нас, по ходу дела, съемка, да? А если дойдем, тоже нас забрызжут тут нахуй. Сейчас, ребята, время у нас получается. Ну так, ребята, как обычно, 10 час государево отдел работает, ребята, вот так вот. Да. Сначала 10-го, да, дед? Ну ты где для сняха подхватил? Земля была такая. Сука, опять напился, блядь, подскажи. Бычки пока не купил. Ну ладно, покури пока. Потом денег дам тебе, сигарет купим все. Как до паспорта будешь, блядь, фотографироваться? Что, где-то, блядь, бакенбарды какие-то в грязи, блядь. Ты себе бомболюки спал? Финно, что ли, блядь? Вот так немножко отыхни, ну. Дедушка раскрыл все тайны мне, блядь. А я ломаю голову, как у тебя, блядь, это... Вроде жена умерла у тебя, блядь, она у тебя пишется, блядь, что жена у тебя... Я-то с ней не расписанный жил. Не, вот стой-то. А стой-то я расписанный. А, вон, ну сейчас я понял, все где-то, хули. Все, ну понял. Она не реву-то была. Ну я понял. Я-то просто, видишь... А она, мужик-то у нее на это же жил. Если человек умер, его пишут там умерший. Все, да. Ты бы один был. А там, видишь, она, я говорю, ну как, блядь, она говорит, что она умерла. Собачка. Дедушка, и собачка, да? Она-то, видишь, здесь-то я не прописан, ничего. Да есть-то пофиг, у тебя вон прописка, есть самая главная прописка, чтобы документы, нам квартира нахуй не нужна. Я бы документы, чтобы были, все нахуй, хули ты. Сейчас паспорт получим, потом пойдем пенсию с тобой оформим, да? А потом глядишь там и... тоже, блядь, бегать не будет. Бегать не будет. Что такое? С пенсионным тоже бегать не будет. Туда иди, там пиши. Да подожди ты, мы сейчас, самое главное, что у тебя, самое главное, что ты ходишь, а я за тобой не бегаю, что ты сам приходишь и все. А тут посмотрим сами, что... Попробуем. Нет, что? Я как сказал, да, значит, да, прихожу. Вот, дед, вот это ты правильно понял, что тебе это надо, не мне, да. А тебе. Ну и мне хотя бы надо тоже для видео, чтобы видео снимать людям. Конечно. А так в основном-то тебе же надо, не мне. Ребята, время уже 5 минут 10-го. Ну ничего страшного, да, дед? Ну ничего страшного. Дед, блядь, 4 года ждал, блядь, и подождет. Кого? Ну, паспорт свой, блядь, восстановить не мог. Бомжевал-то. А потом, глядишь, пенсию будешь получать, может, тебе комнатюшку снимем, да, дед? Да это, там... Гостинку снимем хотя бы, блядь, чтобы в тепле жил. Сам уже снимешь на свой паспорт, блядь, чтобы не я снимал тебе. Ты видишь, я тоже, блядь, мне люди говорят, снимите квартиру. Я тебе сниму квартиру, ты, блядь, не дай бог забухаешь, подождешь что-нибудь, блядь. Ну, конечно. Не, ну, блядь, пьяный уснешь или мало, или кто-то придет. Я пьяный не курю. Ну, дед, ты, блядь, ты, я-то просто... Я вот спать ложусь, покурил. Ага. Сижа. А помнишь, как это было, что ты, блядь, где-то в бомболюке или где чуть не сгорел, блядь, рыжий, говорит, тебе говорил, блядь. А, разбудил тебя, блядь. Вот. Это в этом. В этом-то. На карьере. Видишь, было. Нет. А я буду переживать, понимаешь? А я напишу. Блядь, ребят, извините. И харканье. И пал нахуй в костер пьяный. Вот. Он меня оттащил. А тут лучше, блядь, ты сам снимешь квартиру. Мы тебе поможем денежки там. Пенсии будешь получать, будешь жить в квадрате, да? Ладно, ребят, что мы будем тут встречать, чем мы будем ждать, время уже, блядь, идет. На улице прохладненько, блядь, 2 градуса, ребят. Ребят, дверь была открыта, а мы тут стоим. Ну ладно, ничего страшного. Ладно, кто-то первый дернул. Ну что, идем в 9-й кабинет, ребят. О, в 5-й, да, он, дед? Пятый. Ноги вытирай, дедушка. Просто человек бездомный, я хочу помочь ему установить. Какие документы надо собрать. Пишите,
считается такой документ? Когда пас получал, помню? Ой, я помню. Ну, сколько примерно лет прошло назад? Сюдачки пошли обратно. В 2002 году он, оказывается, получал дед документы. Где он, брат? Дед Гричер. Утратили паспорт, в любом случае вам нужно будет оплачивать госпошлину 1500. Без проблем оплатим, это я... Вы записывать будете, так запомните? Значит, 1500 госпошлины, если временное удостоверение надо, то 4 фотографии. Если временное удостоверение не нужно, то 3 фотографии. Вы зарегистрированы в городе Асбесте, по месту жительства паспорт готовится 10 дней с момента подачи документов. То есть думайте сами. Угу. Это нам не торопно, он 3 года как бы это... И вам нужно будет написать заявление. Вот это, да? Вот такому образцу, да. Вот у вас там в коридоре, да? Да, висит? Вот здесь вот на начальника, у нас сейчас начальник в отпуске, надо будет на временно исполняющего обязанности писать. Я сейчас переделаю. Можно, пожалуйста, переделайте, чтобы мы это... Вот. И в заявлении, вот самое важное, вам нужно будет написать при следующих обстоятельствах, то есть подробные обстоятельства. Как утрата паспорта была, да? Да, к примеру, я такого-то числа, предположим, 1 сентября, пошел, а в городе Асбесте, пошел в банк, в аптеку, в магазин. Ну это без разницы, он знает, да? Он помнит, он напишет. Паспорт лежал в кармане, куртки, сумки, брюк. Пришел домой, паспорт не обнаружил. Предполагаю, что выпал из кармана. Угу. То есть конкретная дата, конкретное место. Ну да, это мы напишем. А? Вот это все указываете. Вот это все по тексту прописываете. То есть потерял по своей это, халатности. То, что да, там что нет, меня бы не украли, что если я его найду, обязуюсь вернуть. Потому что при заведении дела по утрате ваш паспорт становится недействительным. И вам надо будет его взять. Это все понятно. Ага. Если можно, пожалуйста. Да. А вот 1500, там что-то вот еще, мы сейчас сидели в коридоре, там что-то 2000 еще платили, это за что платить? Смотрите, если паспорт, он пишет в заявлении, потерял не больше месяца назад, штраф 100 рублей. Угу. Если паспорт потерял больше месяца назад, штраф 100 рублей за утрату паспорта и штраф 2000 за проживание без документов, удостоверяющего личность. Ну, все понятно. А реквизиты где-то это все брать? Это просто прямо там, да, можем заплатить прямо? Реквизиты у нас вот здесь тоже написаны. Здесь, да. Все. Либо сейчас я вам могу дать. Здесь есть? Написали. Дайте, пожалуйста, вам. Вот, 1500. 1500, ага, сейчас с вами заплатим сразу. Фотографии 3,5 на 4,5 для паспорта Российской Федерации. Для паспорта? Да, вот фотоателье они должны знать. Ну, мы там подойдем, конечно, они там что знают, ага, сейчас. И мы можем на следующей неделе к вам пообратиться, да, уже? Сегодня, мы сегодня даже успеем. Так, смотрите, я не знаю ваших способностей. Нет, да мы сейчас быстро еще, бегаете. Мы сейчас быстро бегаем, что? Нам вот сейчас надо, самое главное, штраф заплатить, фотографии сделать. Штраф вы не сможете заплатить, пока я не составлю протокол. Я не составлю протокол, пока да, вы не принесете документы. Извиняюсь, вот нам сейчас сначала надо госпошлину заплатить. Потом фотографии сделать, заявление написать, да. Вам сдать, а вы потом уже, потом да. все хорошо. Я составляю протокол, по протоколу вы оплачиваете штраф, и тут же я сделала все хорошо, понимаю, все просто немножко это. Ну все, мы пошли, я оплатим сейчас госпошлину 1500. Сделаем фотографии, до 11 успеем, значит еще подойдем к ней, запишем заявление, и она уже там составит протокол. Ну что, дед потерял, дед куда пошел, дед? Дед потерял месяц назад, понял, дед? Месяц назад, ребята, чтобы 2000 нам не платить. Ну все, побежали мы сейчас искать, где все это заплатить можем. И фотографироваться. Пошли, дед, быстрее. Ребята, сейчас зайдем сначала, первым делом сфотографируемся с дедом паспорт. Да, дед? В Кодак, экспресс. Опа. Дедушка, забегай. Здравствуйте. А у вас можно на паспорт, да, сфотографироваться? А, так нет, не все это что? А как в электронном варианте, у меня на паспорт? Ну, потом. А где здесь у нас можно будет распечатать? Ребята, идем на Мира, хули. Сказали, вообще, электронно. Я говорю, а куда вы сфоткаете нам никуда? Нам на флешку или куда? Они говорят, на электронную почту, ребят. Представляете, я с электронной почтой
буду бегать, распечатывать. Так-то, если были бы на Рестинском, у меня там админушка бы распечатала, у меня принтер-то есть. Да надо было вообще самим делать, я что-то думал, блядь, сделать. Ну ладно, пойдем сейчас на Мир, ребята. То есть вон туда нам бежать. Да, там, а там Сбербанк сразу же есть, мы там сразу же оплатим, да, госпошлину. Дедушки, дедушки доскакали уже. Вон до фотоцентра кодек. Дай бог, чтобы он работал с 9, а не с 10. Ну посмотрим, там вот Сбербанк пока зайдем. Госпошлину заплатим. Может, у бабушки помидоры купим, дедушке на закуску. Что, не закусывай помидорами? О, открыто. Пошли, мгновенное фото. Ребятушки, рекламка вам, забегай. Сейчас, подожди, девушка. Доброе утро. Доброе утро. Нас не слышат. Здравствуйте, да, можно на паспорт нам? Три фотографии. А, ну, сказали, что российский паспорт. Да, российский. Да, да. Ну, куда он? 280, ага. Так, давайте я вам оплачу, а сам пойду фотографируюсь, я пойду здесь в банк госпошлину заплачу. Ага. Ребята, ну все, заплатили. Тут, короче, такая проблема, блядь. Где-то паспорта нет, нам по паспорту его. Ну я вроде на свою эту. Все, фотографии сделал, покажи ходи. Фотографии люди. Ну, блядь, дедушка. Блядь, цветной еще паскудник, смотрите, говорю, ребят. Даже синяка не видно. Подретушировал, молодец. Все, ребят, побежали мы сейчас туда, потом включимся. Паспорт получим, обмоем, нахуй. Напьемся, заложим его, нахуй. Нет. Не буду никуда. Да шутка, ребят, конечно, вы че. Деду ксерокопию сделаем, куда-нибудь спрячем паспорт, нахуй. Пускай ксерокопия ходит, пенсию получает. И все. Дедушка, пришли писать заявление. Взял три листочка, зашел, купил. Что-то вообще не подумал про бумагу, ребят. Ну, смотрите, медайте на ус. Если хотите восстановить документы, что надо, куда надо, как надо. Ну, смотрите, будем заявление писать. Он еще час остался. Даже времени достаточно. Дедушки написали заявление. Сейчас ждем нашу очередь. Пойдем, отдадим документы, будем отдать сразу штраф. Дай. Дед пишет, как курица лапой. Дед, что писать, не умеешь, что нормально? Ну, учись писать. Ребятушки, сидим с дедушкой уже минут 20. Занято. Очень нет. Дедушка, видите, губой трясет опять. Не трясешь, брось, всех. Сидим, ждем, что делать. Дедушки, сидим у нас. Дедушка младшего лейтенанта увидел, да? Красиво? Нет. Нет? Тебе нравится же? Тебе полненький нравится же? А, дедушка, сам поглядывай, занеси, да? Ножки. Дед, блядь, паскудник, а? А документы, думаю, не бабок. А я не хочу. Ребята, ждем. Время уже без 10 подходит. Успеть бы нам, ребят, за 10 минут. Ребяточки, в общем, короче, я не знаю. Сказали, все. Или после двух приходить. Дед, ты что, после двух-то меня дождешься? Нет. А? Дождешься. Дождешься? А где дождешься? Где ждать ты будешь меня? Вот там же. Так же? Да. Ну что, ребят, приеду сегодня на 2 часа, будем первый. Давай тогда где-то я к дому приеду, пошли, да, на машину тогда. Сейчас как раз еще заявление перепишем тогда. А, заявление переписывать не будем сегодняшним числом, так. Ну все, ребят, ну тогда вот. А, подожди, дед. Подожди, я пойду, тогда отдам ей, скажу, что мы два часа приедем. Постой, дед. Все. Сейчас, ребятушки. Ну все, ребят, два часа приедем, документ оставил. Два часа. Ну что делать? Надо как-то, дедушки. Дождется, подними. Нам нужен обязательно, ребят. Спросил, нужен обязательно росписи. Все, два часа приедем. Надо обязательно ставил, чтобы он росписи. Так что, дед, давай, знаешь что, чтобы мозга не ебать, вот сюда подходи. У тебя время-то по времени-то сориентируешься? Давай я тебе сейчас. У меня же есть. Часы? Телефон. А вот есть телефон? Время-то есть у тебя? В 2 часа сюда подходи, ближе к дому, слышь? Да. Я приеду туда после обеда, хули сейчас делать. Сейчас за 2 часов-то где с тобой буду. Вон наш, смотри, тебя не вижу. Так, сейчас подожди, время сколько там. Ну-ка. Да, у тебя все правильно идут. Все. К 2 часам. Да. Пошли тогда до машины. Да. Немножечко только выпьем, много не пей. Нет, конечно. Ребяточки, ну что, приехал второй раз уже сегодня. Я думаю, только это стоит уже ваших лайков. Сейчас посмотрим, ребятушки. Дедушка должен прийти. Время еще у нас 15 минут осталось в запасе. Даже поглядим. Пойдем, сдадим. Ой, документы уже сдали. Что у нас сейчас осталось? Только там подписать ему. И все. И как бы все. Ребят, помните, как-то я помню, деда оставляли все. Бомбалюки неинтересные, скучный был. А сейчас дедушка, видите, уже на первый эти вышел.
Похоже, вам он интересен. Рыжий уже не так интересен. Так что как-то так, ребята, сейчас ждем дедушку. Дедушка должен подойти к двум и пойдем. Дедушка идет, были паскудник ведь, а? Здорово, дед, еще раз. Я-то пришел 35. 35 где был-то, блядь? А? Где был-то? Что там у тебя в пакете опять? Показать. Нет, что там? Выпивка, что ли? Какая выпивка? Шапку нашел, что ли? Нихуя себе, блядь, дед. Смотри, хорошая шапка. Нихуя себе, дед. Ну все, что, поздравляю тебя, блядь. Так, куда ключи? Давай я пока рюкзак уберем в машину, блядь. А то, блядь, будешь там сейчас расписать, расписываться на. Вот на этой мусорке. Ну, блядь, дед, у меня там вши, блядь, сидят потом нахуй. Что? В машине вши сидят, блядь. Давай. У меня нету их. Ну, у тебя нет, ты, блядь, с мусорки взял, блядь. Она... Давай, снимай, блядь, быстрее, пошли. Вешай первый занимать сейчас, блядь. Мы и так впервые. Лишь бы не вторые, нахуй. Да? Да. Ну что, ты все уже нормально у тебя? Поправил здоровье? Поправил две цепочки. Сигарет купил? Во. Все? Пошли. Все, молодец, две стопки гитвы, больше не пьет. Не пил сегодня. Молодец. Там только это, не разговаривай с ней шибко, это, а то чувствую. Не буду. Я буду сам говорить, ты будешь молчать, нахуй, как рыба облет. Молодец, сегодня, видите, повеселил после двух стопочек. Где был-то, паскудник? У Лехи. Что делал-то? Я посидел, телевизор посмотрел. А это шел учитель. Возвращение. Учитель. Ни хера сидит, блядь. Паскудник, наверное, обманул, что он бомж, наверное. Он не бомж, наверное, Лехи живет там, блядь. Не. А, точно? Леха. Смотри, блядь, проверил. Леха сам живет у этой, у рыбы. Бля, у рыбы Лехи, бля, ёпсы, да. Ладно, дед, ждем. А? Очки, иди, сейчас будешь списывать. Просто роспись. Так, подожди, вот еще палочка. Вот еще вверху. Четыре штуки, да, получается? Угу. Здесь вот, где я точку поставила, пишите, с протоколом ознакомлен. Ну, пиши аккуратно, не торопись. С протоколом ознакомлен. Все. Точка лежит. Угу. Так, вот здесь. Раз, два, три, двух экземпляров. Двух экземпляров, где давай. Ты что, очки не снимай, зачем ты? Я снимал. Ты сразу расписываться. А, здесь. Здесь. Здесь очки. Угу. А ты же в очках точно. Вот здесь. Не торопись, не проверяй внимательно. Все. Все, все правильно. Все правильно? Все правильно? Да. Расписывай. Подожди, подожди, не, не, не. Куда? Черной пастой. Черной пастой. Галочки. Ты что, вот где галочки? Полностью. Черный. Подпись. Подпись, дед. Угу. Не торопись, ты куда торопишься? Ты сейчас столько заполнял, ты сейчас ошибку сделаешь. Пасту возвращай. Спасибо. Паспорт 7 октября. Вы будете в первом кабинете? Понял. Первый кабинет. Ну я приеду, посмотрим. Сейчас, ребята, еще пойдем постановление на штраф получим. Потом в течение 60 дней оплатить его, но оплатим, потом в любой кабинет, да, можно внести? Да, другой кабинет не передадут. Да. Ну что, получили? На, дедушка, тебе 500 рублев. Ну, да, что у нас это? Спасибо. Все, ребят. Короче, 7-го паспорт будем получать. 7-го. Дед, документы я оставляю себе. Штраф оплачу. Да. Да? Пошли расписание сфоткаем. Сейчас, ребят, расписание сфоткаем. 7 числа. Понедельник октября мы получим. Потом талончик возьму. Где у нас расписание, дедушка? Так, расписание. Расписание. Так. Что ты хоть поймешь? Ищи, дедушка, делай. Ладно, дед, я потом найду телефон на там. Пошли, дед. Ладно, ребятушки. Ну все, дед, нормально все? Нормально, спасибо большое тебе огромное. Не мне, а всем ребятам, и мне, и всем тому... Всем спасибо большое.
Пошли, я тебе это отдам, рюкзачок. Там... Все, в воскресенье ждешь меня, дед, да? Да. Блин, ребятушки. Все, все. Ох, фары даже Павел Васильевич оставил. Ёппарасоте. Ах, дедушка и молчит. Да, подожди, фара отключу, у меня сядет, блядь. Угу. Так надо было сразу. Да я забыл, блядь, дед, я же не... Так. Подожди, что у меня реально нету вообще, что ли? А, во, дед, ёпта, да ты еще счастливчик, нахуй. Ну, пакет. Держи. Давай, пакет только свою шапку вшивую забирай, блядь. Какую шубу? Вшивую, блядь, шубу. Она не вшивая. Ну все, дед. Все. Уже с паспортом будешь скоро, блядь. Да. Забирай всем... шапку свою. Давай, все, всем пока, говоришь, дед. Да, всем пока и всем спасибо большое. Давай, дедушка, короче, до воскресенья. Да. Андрюхе привет передай. Скажи, Андрюха. Андрюха. Тебе тоже спасибо. Тебе тоже большое-большое спасибо. Владимир Сергеевич тоже помогал тебе. Владимир Ольга, Сергеевич. Ольга, я. Ольга, я. Спасибо всем, вам. В общем, всем, как скажи. Всем большое-большое. Давай, дед, спасибо. Все, я поехал. Дедушка. Давай. Давай, поехал. В воскресенье приеду, жди меня там. Да. Все, дед. Аккуратно будь. Все нормально. Воскресенье, давай. Ну, как бы так, ребята, блин, даже как... Да-да-да, все, дед, приеду. Обязательно, давай. Ну, все, ребят, даже как-то радостно так. 7-го уже дед будет с паспортом, ребят. Ну, я думаю, ставьте лукасы. Лукасы я заслужил, ребят, хотя бы. Лукасы, и то приятно. Так что, ребят, поехал домой. Все, на работу, блядь, ребят, столько потерял времени. Ну, ничего страшного, ребят. Ради благого дела, как говорится. Ну и ради лайков, ребят, как тут не крути, хули. Что тут, блядь, сейчас скажете, о, блядь, там это. Нет, ребят. И приятно, что и приятно сделал ему. И вам, всем и себе. Ну все, ребят, помчался. Ставьте лукасы, ребят. Хотите общаться, ребят? Хотите, чтобы я вам отвечал? Подписывайтесь в инстаграм мой. Ссылочка будет в описании. Там я отвечаю, ребят, на все вопросы. Тут не пишите, ребят, потому что почему не пишите, ребят? Пишите комментарии. Ну просто почему не отвечаю, ребят? Ну там писать долго. А там можно голосовые отправлять. Голосовые мне, ребята, намного удобнее на работе отвечать. Ну все, ребят, лукасы.